первом туре соревнований принимали участие 16 команд. Каждое учреждение подготовило визитку с танцами, песнями, частушками. Весело и задорно рассказали о себе, чем заслужили дополнительные баллы у жюри. Боулинг оказался новинкой для многих из участников. Но, как известно, педагоги быстро учатся. И уже после часа тренировок некоторым удались первые страйки. 7 лет мы ежегодно проводим турниры среди педагогов общеобразовательных школ и работников детских учебных заведений. Вот сегодня мы пригласили к нам в зал работников дошкольных учреждений города Ангарска. Мы это делаем постоянно. Мы даем понять, что мы знаем, мы любим наших учителей, наших педагогов. Боевой дух команд поддерживали болельщики. Даже несмотря на промахи, настроение участников на протяжении всего турнира было на подъеме. Недавно меня выбрали по проборгам, и я решила, что мы должны обязательно поучаствовать в этих соревнованиях. Вот мы получили массу впечатлений. Огромное спасибо фонду Кузнештановы. Так как мы работаем с ребятишками с ограниченными возможностями, нам это мероприятие просто было необходимо. Первое место и главный приз – круиз на теплоходе – заслужили работники детского сада номер 9. Второе – у команды из 96-го учреждения. Третью ступень пьедестала заняли воспитатели из садика номер 70. Грамотами, призами и сладкими подарками отметили абсолютно всех участников. А в конце апреля в таком же турнире себя смогут испытать педагоги из других ангарских учреждений. Евгения Шильникова, Владимир Селиванов. Местное время.